Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовлю рыбные котлеты. Уже приготовила рыбные котлеты с рыбы, которая называется хек. Они получились очень вкусные, очень красивые, пышные, ароматные, без особого такого запаха рыбы. Немножко не так, как всегда готовила. Если вам интересно, оставайтесь, смотрите это видео. Для этого я купила две рыбки. И пока она не разморозилась, срезаю сейчас все плавники с нее. Добавляю одну среднюю луковицу. И сейчас перемелю на мясорубке, сделаю фарш. В фарш добавляю ложку майонеза, чайную ложку горчицы, пол чайной ложки куркума, соль, перец по вкусу, одно яйцо и 2,5 ложки манки. После того, как перемешаю хорошо, тщательно, оставлю на 10 минут для того, чтобы манка набухла и фарш был не таким влажным. И сейчас с готового фарша формирую котлетки. Сначала их хорошо придавливаю, чтобы не было таких заломов, морщин. И обваливаю в муке. Я взяла муку кукурузную. На сковороду наливаю масло. И выкладываю котлеты. Жарю котлеты на сковороде с открытой крышкой. Выкладываю котлеты в сотейник. Вниз положила несколько лавровых листочков. После того, как пожарила все котлетки, добавляю 5 грамм масла, выливаю 50 миллилитров воды и накрываю крышкой, оставляю на слабеньком огне минут на 5-10 для того, чтобы котлеты пропарились. Вот они еще прокипят чуть-чуть. Котлеты получились очень мягкие, нежные такие. Хороший запах, нет запаха рыбы. И, надеюсь, очень вкусные. Готовьте такие рыбные котлеты по этому рецепту. Они получаются очень вкусными. Будьте здоровы и до следующих видео!